Я вот думаю, как лучше пройти, потому что, с одной стороны, да, как бы нам показали дорогу через вот это... Так, нет, стоп, надо сюда. Хранилище. А с другой стороны... Так, что такое у нас? Какая-то дверь. Забыл. Чем я могу помочь? Ну-ка. Ага. Следуйте Да за нет, мной. успех возможен, если я эту игру взломаю. Пойдем, давай. Особое внимание. Вы знаете, мы сейчас подойдем сюда, дверь откроем, но так я не пойду отсюда. Я все-таки хочу через темную аллею пройти. Мне интересно, будет как-то... Будет вообще это как-то обыгрываться? Да? Я ж тут переначинал по новой, если помните, в один момент. Перезапускал, извините. О, да. Такой храбрый, такой мертвый. Угу. Но, во-первых, давайте-ка сохраним игру. Вот, даже блин, автосейва так и не было, а? Обалдеть. Сколько играю, да, и никакого ни одного автосейва, блин. Вот серьезно, я офигеваю в этом плане. Я нигде не в настройках не нашел возможность изменения этого параметра. С одной стороны, типа хардкор, типа, знаете, вот не сохранился сам дурак, но с другой стороны, ну какого дьявола? Почему я не могу выбрать эту функцию? Давайте, я ведь об этом уже подумал, как бы. Почему не могу, блин, сделать так, чтобы он тупо сохранялся всякий раз, когда мы куда-то переходим с локации на локацию, например, хотя бы. А чё такого-то? Ну, то есть хардкор хардкором, ну, бляха-муха. Ты же ведь иногда банально забываешь о каких-то вещах. Так, ладно. Все-таки попробуем через темную аллею прошкандыбать. Мне почему-то кажется, что... Я надеюсь, точнее, что если я сейчас пойду через темную аллею, у меня будет возможность, скажем так, ну, чего-нибудь да натворить там. Или не будет, не знаю. Сейчас посмотрим. Или не будет. А может, я зря это делаю? И ничего там сейчас не будет. На самом деле, я дурак, надо было идти. Ну, там напрямую же в хранилище. То есть, это не какая-то отдельная локация. Кстати говоря, там экспада. Во много мне зелий выдули, а? Этот вообще не Чем я пил. могу помочь? Это тоже. Да. Ага, вот это немножко прибухнуло. Да? Так, ну, короче, если мы покупаем средние зелья, но они вообще не работают. Я посмотрел просто, как она лечилась этими зельями. То есть, считаю, вообще не лечилась. Подождите, я что-то понять не могу. Я при проходе через локацию теряю, что ли, все эти умелки? Ну-ка, давайте, интереса ради. Просто посмотреть, я что-то понять не могу, действительно. Подожди, я же вроде их накладывал. Сейчас вот я перехожу с локации на локацию, что происходит. Ну давай, 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 давай. Ты можешь. Да. Они тупо исчезают. Блин, ну вот это неправильно, конечно. Что за бред? При переходе с локации на локацию. Ну да, какое-нибудь проклятие или болезнь, оно, конечно, будет держаться и никуда не денется. Что вы? Нет, нет, нет. Это ж проклятие и болезнь. Куда ж оно пропадет? Это ни в коем случае. Зато, блин, как я говорю, бафы полезные. Так это хрен-то там. Все пропало. Козлы.
Что-то, по-моему, зря я сюда попёрся, да? Нет тут ни хрена. Печально. Причем вообще нет ни хрена, обратите внимание. То есть туда же люди не ходят. Да, зря попёрся. Обидно. А может, я просто слепая жопа и что-то в упор чего-то не вижу. С другой стороны, Нишка бы встрепенулась, если вдруг бы. Так, вот тут мы им били рожи. Это выход из аллеи. А здесь что такое? Ничего. Ничего. Ха. А выход куда? Обратно, что ли, на эту локацию? Будет смешно, если меня сейчас опять в доки выкинет. Ой, я дурак. Ты не хочешь идти через аллею? Блин. Ладно. Видимо, я что-то неправильно понял. Пойдем. Ну, с другой стороны, блин, для успокоения, так сказать, совести. Я там прошел, я все видел. Там ничего нет, все нормально. Ладно, пусть так. Болт с ним. Вообще, конечно, то, что лечение, вот это среднее лечение, настолько плюшевое, честно говоря, меня откровенно поражает. Ну, блин, я понимаю, что это второе всего лишь по уровню зелья, но, блин, оно среднее как бы. Оно лечит там с гулькин хрен, блин, чуть ерунда какая-то. Уж... По-моему, оно должно быть немножко поэффективнее. А, сорян. То есть выход с аллеи у нас два, да? Блин. Вырезать, что ли, этот момент? А с другой стороны, один хрен забуду. Всегда забываю. Так, а Фала нам нафиг не нужна. Дикин, в принципе, тоже. У него все от 20 тысяч. К Дикину вообще без 100 тысяч в кармане соваться, я смотрю, смысла никакого. Бедный бард, блин. Ага. Он так-то, насколько я помню, в Hordes of Underdark уже этим был. Учеником Красного Дракона. Но все равно бардов я не очень понимаю в этой игре. Как лучников в Dragon Age, так здесь бардов. Наверняка мне кто-нибудь скажет, что я не прав. Но, может быть, конечно, в этом, в онлайн замесах, они весьма неплохи. Честно, тупо уже не помню, насколько они там хороши или плохи. Ну, вперед. В хранилище. В хоронилище. Сейчас нам тут, я чувствую, устроят веселую встречу. Ух ты ж. Silent Hill от Neverwinter. Все черно-белое, снежок падает. Так, поехали. Тут без защит никуда. Раз, два. Раз, два. Раз. Я пойду вперед, а ты иди за мной. Раз, два. Раз, два. Раз. Так-так, похоже, у нас гости. Где? Блин, прикольно, это синхронная кол... Ну-ка, сейчас. Интересно, в мире Neverwinter... Вообще, вот у нас же есть синхронное падение в бассейн, так сказать. Синхронное плавание. Вот. А в мирах, в фэнтезийных мирах есть синхронное колдовство?
мастер синхронного колдовства. Красиво. Ого. Эти твою в корень, блин, ничего себе, усиленное заклинание. Так, стоп, надо убрать эту гадость. Ай. Стоять. Кто? Пинешка. Да, а зажигалка-то усиленная действует совсем по-другому, я вам скажу. Давайте отдохнем, я потому что-то наложил это, снять это заклинание, только потом доперло, что у меня под ним тифлинг стоит. Ладно, бывает, ничего страшного. Так, давайте еще сейчас это, слава богу, быстро. Что здесь происходит? Ну, ты не поверишь, нас пытаются убить. По-хорошему, блин, вот это вот лидерство я что-то реально не смотрел. Единственное, что надо будет попробовать следующие прокачки уровня, посмотреть на это лидерство, прям специально прийти в таверну и попробовать взять, соответственно, потому что если можно шестерых таскать. Хотя, с другой стороны, блин, у них ведь мировоззрение у всех очень сильно разное. То есть никакой, я ведь замучусь с ними. Они и так уже ухитряются между собой слегка это, так сказать, конфликтовать. Чуть-чуть, но все ж таки. Я пойду вперед, а ты иди за мной. Так, стой. Творить заклинание защищать. Где это? Обязательно лечение, защита, дистанция защиты. Взломать, взлом замков. Режим скрытности не надо. Скрытность чтения. Снятие заклинаний, использование предметов, способности, боевых режим есть. Еще не пусть будет. Вступление в кл. А подожди, я же вроде менял ей. Разве нет? Включение атак ближнего боя. Это в ближнем бою. Да, вот это правильно. Фамильяра. Не надо. Да, урон союзникам низко. Лечение, да, сбивание с ног, да. Поведение компаньонов. Тут я не понимаю, как это вообще работает. Чернок. Несение. Нет, что-то здесь этого нет. Ладно, болт с ним. Двинули.
это все. Вы знаете, у меня все больше складывается впечатление, что вот сейчас доспех смерти — это тема. То есть, который вот, когда меня атакуют, там тоже ребята тоже огребают по шее. Все-таки. О! А подожди, что это? Я не могу идти с таким грузом. О, надо думать. Подожди, что? Это столько кольчуг? Ауеть! Пауза. А, так, это к Элгару. Медное кольцо туда же. Туда же. Нифига. Я не знаю, конечно, сколько они стоят. То есть, реально понятия не имею. Но, по-моему, очень... Я не могу идти с таким грузом. Можешь. Так, Эль, сколько весит? 0,1 фунт. Так, аптечки нет, аптечки лежат у меня. Следуйте за мной. Да? Следуйте за мной. Тобой. А вот теперь ты не перегружен. Так, ты сколько у нас зелок выдула? Еще одна. Чем ты. И пила, ты да. Тоже. Следуйте за мной. Да? Блин, а? Я здесь обогащусь. По полной программе, блин. Так. Ага, документы, квартал, черт, а как идти-то? Тут такой интересный лабиринт, да? Че, давайте налево сначала сходим. Тут везде дофига всего. Сволочи. Еще разок. Это кто у нас? Кара? Ты чё это забегала? Вдруг туда-сюда. Так, задание чисто на... Значится... Чисто на добычу, да? Ой, три ящика. Карточка милая, ты... Я пойду вперед, ты иди за мной. Могла бы делать это... Спасибо. Вот так.
Ну, раз уж у нас есть такая замечательная способность. Так, теперь по... Значит, воровские инструменты. Прошу вас, мадам. И это тоже. И это вам. Так. А это комплекты деталей. Эй, воу-воу-воу, куда? Келгар, ядрить твою в корень. Блин, мне даже... А, нет, сдувание есть. Вот так. Раз. Два. Три. Четыре. Сбил всех, и Калгара в том числе, да? Блин, Калгар сейчас того прибьют. Да ладно тебе, конец. Привязались, а? Келгарчик, золотце. Может, ты больше не будешь так делать, а? Ломанулся он, блин. Иди-ка сюда. Блин! Забыл я про это. Да? В смысле, а ты почему перегружен-то? А что с тобой? Не? Да. Че, я тебя еще перегружу? Так, это ловушка. Комплект для ловушки. Удушающий порошок. Сортировать. Болт молнии туда же. Сортировка. Ель надержи. Сортировка. Так, теперь Калгар. Открываем наш. Сначала то, что мы не выбрасываем. Теперь то, что мы... Ну, точнее, то, что мы не продаем, правильнее сказать. Вроде ничего особенного, а вот смотрите, я сейчас вот сил добавлю, да, он уже, оказывается, не вытягивает. Раз, два, раз, два, раз. Так, 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 так. Уже Калгар, видите, не тянет. Ему вот это дополнение нужно, животная сила. Сейчас наложу. Ну, нет еще. Видите, он замедленный. Сейчас накладываю. Опа! Все же он перегружен.
Ломаем, ломаем. Значит, есть подозрение, что мне придется уходить отсюда. В один из моментов. Калгар уже перегружен. Жесть тут всего, блин. Следуйте за мной. Следуйте за мной. Следуйте за мной. Вот на кого они согрелись? Ну на кого? Ну нет же там никого, блин, сейчас, а? Нет, тебе не атаковать. Атаковать, блин. Кого? Подожди ты атаковать, блин. Сейчас весь остальной лабиринт изучим. Рано еще сюда. Это явно концовка. Ну то есть как бы ты сейчас подойдешь, там разговор какой-нибудь будет. Атаковать ближайшего. В атаку! В атаку! Угу. Кого-нибудь видно? Тихо. Вижу. Все? Да? Все? Прекрасно. Золото. Золото. Бочка. Бухлище. Вот тебе. О да. Так. Угу. Вниз. Ой. Здрасте. Простите, ошибся. Блин. Элгар, держись. Держись, Келгарище. Молоток, отлично стоишь. Давайте добивать ее. Вот и отлично.
Ну, Калгар, ты прям вообще красавчик. Да. Следуйте за мной. Птичка плюс 3, да? Странно, что он сам не лечится. Такой... И главное, набор опыта. Красота. Угу. Так, и тут еще одна бочка. Хорошо. Вот эта тема. Зелки вообще, кстати, редко попадаются здесь, что очень печалит. Все, сломали. Ну что, ну какого напряжения? А ты всего лишь одну... Отдыхай. Я не могу идти с таким грузом. Можешь. Хотя да, ты не можешь. Так, Калгар, Калгар, давай надержи. Сейчас мы в тебя опять все, уж извини, закинем. Такая штука. Снять. А, ну ясно. Так, уровские инструменты, это все тебе. Ловушки по-хорошему тоже бы ей отдать, но, блин. Что-то нет, нет. Если бы я изначально играл за именно, ну, вора, тогда да, можно было бы как-то подзаморочиться с ловушками. Вообще, как бы, ну, испытать, как это работает, что, всю эту тему, да? Можно было бы. Но все-таки я колдун, поэтому... Тише, что? Короткий лук из какого-то там дерева. Сейчас мы сначала все раскидаем, а потом уже... Так, теперь, значит, из того, что мы... А, мы продаем все. Так, смотрим, ловушка сюда. Это всякие свитки, это все сюда. Короткий лук. Вон, вижу, сероватый такой получается. Надо глянуть, что это за хрень. Может, что-нибудь нужное, что-нибудь важное. Что-нибудь прикольное, что-нибудь замечательное. Да. Это что-то другое. Ага. Забыл. Итак, лук. Сумеречная древесина, гладкая прочная древесина, названная так из-за своей темноватой окраски. Она твердая, как сталь, и довольно легкая. Оружие, сделанное из сумеречного дерева, отлично сбалансировано и часто более опасно, чем стальной клинок. Хм. Особые свойства. Сила стрелка 60%. Так, тут у нас что? 1.6 колющее плюс 4. 1.6 колющее плюс 6. Так, то есть это лучше? Сейчас посмотрим. Так, плут. Основное оружие. Короткий лук. 12.7. 1.6 плюс 1. Модификатор 6. 12.7, 1.6 плюс 1. Так, еще раз. Сила стрелка. Плюс 6. Плюс 4. То есть разницы вообще никакой, да? Может, здесь что-то прописано? Вообще ничего, да? Единственный плюс то, что... Ну, давайте этот, черт с ним.
Снижение веса. Он и так ни хрена не весит. Ладно, будет еще ни хрене весить. Ладно, черт с ним. Пусть будет. Да ладно, у этих воровских инструментов так много. Плюс 1, плюс 6, плюс 10. Ох ты ж, батюшки. Какая красота. Что здесь происходит? Да морду нам бьют. Что здесь происходит? Что ты удивляешься? Открыть. Так, ну поехали. Колдовать. Раз, два, три, четыре, пять. На двойку. Раз, два, три, четыре, пять. Ой, конечно, я предпочел, чтобы золото почаще попадалось. Хотя, с другой стороны, сейчас я пойду продамся, и там золото будет дохрена, потому что, во-первых, рапира, которую мы выдернули, ничего страшного. Не вижу в этом. Знаешь, если бы она совсем разорила, то ладно. Там всего одна рапира ушла, так что, блин. Ну, ребят, ну чё? В конце концов. Да, я не святой. Ничего страшного. Так. Тут мы будем. Сюда мы идем, да? Сейчас выйдешь из угля. Ладно, этот все уже, что ли? В смысле? Ты уже даже так перегружен? Ай-яй. Так может тогда реально сходить продаться? В атаку. Или болт с ним, в принципе. Блин, ну до выхода недалеко, на самом деле, прогуляться. Хм-хам. В принципе, можно ее так-то пока перегружать. Я нехорошо. Как минимум грустно. Из совсем хорошего это то, что здесь можно все операции делать. Следуйте за мной. Нет такого, что прям надо вот кровь из носу отключать паузу. То есть ты можешь спокойно нажать паузу и сделать, так сказать, все необходимое. О, да. Ладно, пойдемте. Попробуем. Да блин, ты че? А, тьфу ты. Следуйте за мной. Тулгар, иди вперед, а. Даже никого нету. Ну вот. Вот тебе. Так, топаз идет сюда. Конечно. Слушай, Келгар. Давайте вот так вот здесь все оббежим. Спокойно, не торопясь.
Кто-нибудь кого-нибудь видит? Глупый, ужасный барсук. Красота. Правда, Калгара опять очень сильно просадили. Очень сильно. Все-таки надо его как танка качать. Зря ему эту увертливость взял. Зря ему взял эту увертливость. Реально. Нужно было какую-нибудь концентрацию, навыки силы, там еще что-то такое, в общем, прокачивать. Ладно. Ну, черт с ним.